Всем привет! Сегодняшнее видео мы снимем с Аней. Всем привет! Может, кто-то не знает, это моя одноклассница, моя любимая подружечка. Да, мы с ней очень хорошо общаемся. Сегодняшнее видео мы снимем тоже челлендж, который называется Whisper Challenge. Yes, Whisper. Yes. Который нам подсказал один очень хороший друг, которому я в прошлый раз передавала привет. Я поняла, о ком идет речь. Да, Аня, да. Приятно познакомиться. Очень. Спасибо большое за такое предложение снять Whisper Challenge. Мы очень долго думали насчет этого челленджа, но все-таки мы решили. Да. Этот челлендж заключается в том, что Аня подбирает слова и фразы, готовит для меня, я готовлю для Ани. У нас есть наушники и iPad, ну или телефон. У нас есть iPad, музыка. Мы выбрали музыку такую громкую, неспокойную, а такую быструю, клубную, да? Нет, это не клубная. Не клубная. Ну, такая нормальная. Быстренькая, да. Быстренькая. И я буду говорить, она будет в наушниках слушать музыку, и она должна будет читать по моим губам. И мы потом так поменяемся. Окей. Да. Аня согласилась быть волонтером. Это у нас в школе всегда Миздан говорит. Who wants to be a volunteer? И мы все такие... Нет, только не я. Только не я. Но она всегда нас вызывает, потому что мы самые лучшие. Да, мы типа самые... Не, а что это? Мы реально самые. Мы реально самые лучшие. Мы всегда быстрее всех делаем всякие задания. И Миздан вообще в шоке. И говорит, вы сделали? Знаете, не говорите. Знаете, вот, делайте. Мы через 5 минут сделали. Она... Все. Мы уже всегда-всегда делаем быстренько. И все. Окей, хорошо, начинаем. А я включаю музыку. Да, подожди, делаем нет, начало. Вот этот. Я уже... А, другую песню да, хочешь? Другую. Да. Мы только что просто пытались снимать, но у нас все смехи да ахи вздохи. Получается. Подожди, все. Все. Подожди. Ты можешь говорить? Я подобрала для нее всякие эти слова. Я слышу музыку, она меня не слышит. Я буду говорить вам нормально, Аня, я буду говорить шепотом. Там сидит Анин брат. Он нас не смущает, он просто смотрит, и я поэтому отворачиваюсь. Если вы думаете, куда-то я смотрю, то знаете, я смотрю на брата. Окей. Первое предложение, я говорю, в Калифорнии сейчас дождь. В Калифорнии сейчас дождь. Еще раз. В Калифорнии сейчас дождь. В Калифорнии сейчас что? Дождь. Дождь. Дождь? Да? Это было легкое предложение, потому что начинаем с слышал. Следующее предложение, я говорю, тормозить педалями надо. А не головой. Тормозить педалями надо. Что? Тормозить. Тормозить. Стипендия? Кому что? Тормозить. Тормозить. Праздник? Еще раз. Тормозить. Стипендия. Окей. Тормозить. Месяц? Аня. Тормозить. Это русское? Да, кстати, мы... Подобрали одно английское, а те русские. Тормозить педалями надо. Давай. Это как немое кино. Тормозить. Sometimes? No. Тормозить. Тормозить. Месяц? Тормозить. Тормозить педалями нужно, а не головой. Тормозить.
Каждый. Тормозить. Еще раз. Тормозить. Аня, тормози. Я не знаю. Тормози. Я не знаю. Тормози. Тормозить. Тормозить. Педалями нужно. Педаль? Ого, педалями. Педалями. Тормозить педалями? Нужно. Нужно. Нужно? Угу. А не головой. А не головой. Вау. Сейчас будет на английском. I live in the USA 7 months. Это английская? Yes. Подожди, музыка закончилась. Я только услышала yes. Подожди. Молодец, она очень правильная. Так, где? Аня тоже верующая. Да, Анечка? О! Я слышу, Demi Lovato. Made in the USA песня. Да, смотри, как. Hi. Окей. Okay. I live in the USA 7 months. Смотри. I live in the USA 7 months. I live. Okay. In the. I live. Еще раз. I live in the USA. I live in the United States. Okay. I live in the USA. I live in USA. In the USA. 7 months. For 7 months? 7 months. Seven? Yeah. Months. Да? Four. So? Yes. Yes. Ура, она сделана. I got it. You got it! Yes. You got it! Yes. Аня, брат, ходит в школу английскую, американскую. Да, в high school. В каком ты классе? Десятом классе. Вообще-то он должен был в каком классе быть? В девятом. Он должен был быть в девятом, но из-за того, что у него мегамозг, как у нас, как с Аней. Да, его перевели. Я тоже хотела так в high school пойти. Я тоже, кстати. Вроде выглядим, да, как-то на high school. Сколько вы думаете? Ну, вы знаете, сколько нам лет. Я уже знаю, мы говорили тогда в том видео. Да. Ну, кто не знает, то вообще, как мы выглядим, да, сколько лет? Мы можем два хвостика сделать такие. Не надо. Окей, хорошо, теперь моя очередь. На, держи. Да. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Только смотри, тут ты говоришь тихонько, а потом... Нет, тут ты наклоняешься и говоришь, а потом... Смотри. Я все сначала made in the USA. Слушай, а у меня этот предложение вроде как бы и побольше. А ничего, это хорошо. Да, и пошире. Да? Да. Хотя, не знаю. Все, я не слышу. Не слышишь? Нет. Точно? Вообще. Мария. Окей. Итак, первое предложение это «Не люблю, когда с утра каша в голове». Так, хватит. Так. «Не люблю, когда с утра каша в голове». Не... Это русская? Да. «Не люблю». Я люблю? «Не люблю». «Не люблю». Не. Ты. Не. Я. Я Тон, она самая дружная семья. Не. 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 Люблю. Блу? Люблю. Мэнэс! Люблю. Что за блу? Люблю. Люблю? Люблю. Да. Не люблю.
Не люблю. Когда? Когда? Я? Когда? Когда? О? Когда? Она? Когда? Как? Это сложно. Когда? Катя? Когда? Она? Как? Я не могу сказать. Когда? Когда? Коза? Когда? Кота? Когда? Кота? Когда? Коза? Как? Как? Я. Как? Да. Да. От. Как? От. Как? Ада. Когда? Ада. Когда? Когда? Что? Когда? Когда? Да! Когда? С. Утро. 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 Утро? Да. Я не люблю, когда с утра. Угу. Каша. Каша? В. Что? В. В. В голове. Ве. В голове. В. Что? В голове? Да. Я не люблю, когда каша с утра в голове. Когда с утра каша в голове. Да. Все? Да. Да, кстати. Это было сложно. Сложно угадывать, когда музыку слушаешь. Стоп, стоп! Ау. Я включила другую музыку, а тут закончилось. 3:17! Я переводила слово. Я не вижу. Ну? Все. Не мы такие, а жизнь такая. Не. Ты. Не. Я. Не. Не. Мы. 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 Такие. Что? Такие. Что? Такие. За ними? Такие. Кони? Такие. Что? Такие. Такие. Не мы такие. Что? Такие. Кони? Такие. Медленнее. Та. На. Та. На. Та. Та. Да. Та. На. Та. Та. Са. Та. За. Та. За. Та. Ой, мама. Ты все сказала, кроме та. На. Та. Да или нет? Нет. Та. На. Та. Та. На. Та. Давай. Что это моя то? Ладно. Та. Да. Та. 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 Да. Подожди, это еще не все. Такие. 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 Е. Такие-то? Е. Такие-то? Е. Такие-то? Е. Они такие. Такие. Е. Да. Е. Ла? Е. Такие, э? Такие? Да. А, такие! А что сказала? Не мы такие. А. 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 Жизнь. Жизнь. Что он хочет? Ничего не хочет. Бля, здесь круга? Бля, здесь. Выключи потом. Так, ну, мы сейчас пересели в другую комнату, к нам пришли гости. Да, Аня? Да, Мария. Sorry. И мы вынуждены были покинуть наш зал и перейти в комнату. Окей, продолжаем. Я не помню, что там было. Где там из... Ну, я помню. Какое слово было? Я не помню. Ну, у тебя, ты отгадала, не мы такие, а... Такие, да. Да, и а ты еще отгадала. Ой, моя музыка пропала. Oh, say, can you see? Подожди,
Окей, поехали. Оба ручки. Все. Подожди, начнется говориться, и потом. А то я еще себя очень хорошо слышу. Хорошо. Все. Все. Итак, напомню, предложение было не мы такие, а жизнь такая. Продолжаем. Ау-у-у. Жизнь. Джинс. Жизнь. Жизнь. Такая. Какая? Такая. Такая? Да. И? И? Не. Продолжай. Ну все. Не мы такие, а жизнь такая. Все? Повтори. Что? Повтори. Что? Не мы такие. Топи. Кого топи? Никого. Что она говорит? Я вообще ничего не понимаю. Я говорю, повтори. Что? Не мы такие. Что топи? Не мы такие. Это называется все заново. Что? Не мы такие. Не мы. Такие. Такие. А жизнь? А жизнь? Такая. Такая. Все? Да! Сто раз говорю, повтори. Так. Последний? Последнее английское. На английском? Да. Все, успокойся. Итак, это just believe in your dream. Все? Да. Just. Just. Что? Just. Twice. Just. Что? Just. Шванс? Just. Шанс? Дж. Дж. Ш. Дж. Ш. Дж. Ж. Дж. Ш. Дж. Just. В. Just. Ш. Just. Ж. Не смотри мне так в рот. Что? Just. Ча. Just. Just. В. Just. Она не понимает. Just. Шанс? Just. Помедленнее, пожалуйста. Just. Та. Just. Та. Дж. Ш. Дж. Д. Дж. Т. Just. Just. Ш. Just. Да. Just. Да. Just. 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 Вот она мне вот так показывает. Не. Just. Шла. Just. Сейчас. Это английский. English. Что? Just. Chance. Just. Сейчас. Sans. Just. Sans. Times. Две слова. Just. О, мамочки. Подожди, уже песня сейчас закончится. Ну, неужели... Не, ну это сложно, да. Это очень сложно. Я музыку остановила. Это нереально. Я какой-то слышу шванс, какой-то твансс. Вот, шула. Самое главное, она мне показывает так... Я тебе говорю первый, как бы первый звук, чтобы ты от него оттолкнулась. Я не могу понять, потому что я первого звука не слышу. Я вы. Вот такое вы. Я же говорю, как немое кино вроде смотрю. Так, окей, я Ариана Гранде. Давай. Она вроде медленная такая. Ну, я сейчас открою, включу громкую. Break free, break free. The other side. Ну что? Это не подойдет. Я знаю, что ты все слышишь. Нет, подожди. Ты слышишь меня? Мария! Ты меня слышишь? Окей. Слышишь? Нет. Нет? А может, ты слышишь меня? Окей. Just. Дж. Ч. Дж. Ж. Дж. Е. Дж.
Ж. Just. Ш. Just. Шванс. Just. Ты не отвлекайся. Just. 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 Я не понимаю это слово. Давай без него. Нельзя. Можно. Believe. Believe. Wow. In. It. In. Is. In. It. In. E. I. In. In. E. N. And. N. I. In. Вообще я ничего не понимаю. In. It. In. Ik. In. Id. Какие показатели? In. It. In. Im. N. Him. N. Did. N. Did. In. It. In. It. In. Is. In. Там сколько букв? Две или три? Is. It. In. In. Oh. Wow. Believe in. Your. Your. Dream. Your swim. Dream. Sweet. Dream. Sh. Dream. Первое слово. Первое. Слово. Слово. Just. Сейчас. Just. Times. Just. Time. Just. Короче, believe in dream. You must. Must. Believe in your dream. Believe in your dream. And first word I don't know. You know. What? Just. Just. No, just. No time. Just. Swam. Just. 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 Так. Я не знаю! Спасите меня, пожалуйста. Just. Swam. Just. Time. Just. Shun. Just. Шван. Just. 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 Шан. Подожди, я ручку возьму. Аня, наверное, что-то мне хочет подсказать. Вторую. Дж. Дж. Just. Just. Т. Дж. Just. Джад. Just. Джаз. Just. Стоп! Что? Ты услышала? После. А ну, я не виновата, ну все понятно. Ну, just. 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 Just believe in your dream. Наконец-то. Только верь в свою мечту. Да. Ух, наконец-то. Фух, это было сложно. Это было интересно. А кто договорил? Ну. Все, спасибо, Андрей. Да, кстати. Это было интересное видео и очень интересно. Отправляйте свои пожелания. Почему шли темно? Можно взять камеру. Подсядь поближе. Да. Спасибо большое за всякие комментарии, видео, я не знаю, что ты хочешь сказать. Ну, за всякие советы, которые вы даете, за всякие... Ну, я не знаю. Думки. А, мысли? Мысли? Ну, по поводу видео. Да, за всякие... Знаете, мне уже... Я уже понимаю сама, что... А думки? Ну, потому что... Ну, идеи, вот. Мысли. Идеи. Ну, без разницы. Спасибо за идеи, которые вы нам даете, да, с Аней, потому что все интересные такие видео мы можем с Аней снимать, и также мы очень просим с Аней, чтобы вы еще сбрасывали нам какие-то челленджи. Очень много вы можете искать. Если вы хотите, например, челлендж... Не надо. То, что я знаю, не надо. Ладно, промолчим. Если вы подтвердите этот челлендж, это значит судьба. Да, 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 конечно. Если это надо. Окей, хорошо, нам было очень интересно для вас это снимать. Оставляйте комментарии, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, всего и побольше.
Всего и побольше. Всего и побольше, да? Так же называется. Побольше. Да, всем хорошего настроения и всем хорошего времени суток. И все, всем пока из Калифорнии. Всем пока. Пока-пока.